Ciao amici e benvenuti nel mio canale Italia Sgianni. Adesso pas motrim et espressione. Ocin tacaia, fare le scarpe. Ok. Cacla mieta polso ieme. Fare le scarpe ocin astarosma, potamus ta jesle ad indruk, budget, gavarit, attenzione, no, Dimitri, Luigi, Igor. Vuole farti le scarpe. La première rabotie. Ti scora jest balceva smožnosti, sto ti budiš direktor. Ili samistite il direktor, ili kakoi punkt ti budiš na karriera više. Ma din druk, katori je ta, možna skazat, kalega, ili možet pačinjoni ti bi, on s taboj ad aiuto, возможности понимать, что ты можешь ему доверять. Он твой друг. Осторожно. Vuole farti le scarpe. Наоборот. Он сзади, ножом. Он тебе делает плохо. И он, это предупреждение, если человек у вас будет говорить, attenzione che Luigi vuole farti le scarpe, потому что это значит предупреждение. Окей? Как Юлий Цезарь, осторожно, иди в Марс, не иди туда, потому что там не друзьями, там враги. Тогда осторожно. Если еще эта форма, fare la scarpetta, o fare la scarpetta, типичный в Риме, что когда мы кушаем наши, например, букатини alla matriciana, очень вкусный, соус очень вкусный, и тогда у нас в Риме идет вот эта привычка, что мы берем кусочку хлеба и faccio la scarpetta, что значит, что я с хлеба буду кушать все соус, и тарелька будет, ну, чистый. И откровенно я на такие два приложения предпочитаю вторая, чем первая. Окей. Спасибо внимание. Я надеюсь, что такие два экспрессионы были интересны, вы можете пользоваться. Увидимся скоро, molto presto, al prossimo видео. И чао-чао. Поделите, condivisione, и лайк. И poi скоро будет абонемент, и благодаря абонементу вы отдаете возможность мне делать еще больше видео. И тогда вы можете заниматься со мной итальянский язык больше глубоко. Спасибо и чао-чао, а до следующего.